Я рад приветствовать охотников за сокровищами на канале Домако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Lost Castle. Ну что, дорогие друзья, давайте продолжим наше путешествие. Осталось совсем немного, скоро дойдем и побьем босса главного. Вперед. Ну, конечно, скорость, да, совсем плохая. Относительно вот этого, да, привидения, вообще шикарно. 8-8 это вообще шикарно. Может, потом поменяем. Оу. Ну ладно, мы хорошо, что успели развернуться. Просто об стену огня разбил их. Опа, еще яблочко. Спари его. Отлично. Так, бежим дальше. Кто здесь? Ой, смотрите, с меня отдельно. Очень удивительно. Обычно они совместно с ней катаются. Рюшка, прости меня. Еще на атаку. Опять смотрите. Они что-то походу поссорились. Или они пьяные, что не знают, как залезть уже даже. Так, еще курочку мне дают, но мне она уже не лезет, да? Заберем яблочко, заберем бананчик. Вообще хорошо, смотрите, мы отъелись полностью. А, две курицы, две. Ну, вот вам, пожалуйста, и место, да, где опасно. Отойди. Оба попали. Отойди. Она в спину хоть хорошо. Хрум, ты не торопись там, ты стой. Подумай над своим поведением. Насколько мир к тебе жесток, что тебе ты вынужден вместо коня нормального на свинье ездить. Вот так вот. Опа. Хорошо тут у них атмосфера, да? Маленькие люди распяты. Хотя, наверное, я же такой же, да? Большая голова, маленькое тело. Сильный, наверное, у нас шеи. Да черт подери! Раз мы такую большую голову держим и не устаем. Так, а тут вот непонятно, куда идти. Ууу, что за глаз? Один из посланников, тот, кого коснется, сойдет с ума. А, носящий может призвать эрозию, пожертвовав ХП. Да-да-да, это я помню, такая штука, которая долбит жестко прямо в зад. Это вообще жестко, жестко, так накалывает прям, насаживает как на кол.
Давайте съедим яблочко. В принципе, мы можем курочку съесть. У нас все влазит. У нас только бананы еще пока не на максимум, остальное все уже максимально. Давайте подумаем, куда пойти. Давайте пойдем направо, наверное. Давайте пойдем направо. Направо! Туда я пошел? Не, не туда. О, новый самурай какой-то. Смотрите, тот тогда тоже был только похож на самурая. Якша! А тут был Гракакш. Или что-то Короче, а тоже был опасный. Че, мне на самураев повезло в этот раз. Он вообще выглядит опасным. Он еще опаснее, чем тот до этого. Прям вообще самурай прям. Блин, я хочу потом его катану. Тварь, а вот чувствует же, а чувствует. Сразу такой раз в ножны закатал. Бой истинных двух воинов. Тихо. На крит тебе по жопе. Блин, он все равно, мне это не нравится, этот прикол. Ну так не должен работать щит бессмертия. Ну как так, меня все равно сбрасывает. Хотя, может, конечно, и должен по понятиям. В принципе, ты же к отбросам-то, наверное, не должен. А, черт! Ну, я курочку съем. Отойди. Ты чё? Воу, вот тебе. Вон тебе пинделя. Сложный босс. Ну в каком плане? Он постоянно извивается, как уш на сковородке. А мне... Воу, вот такие комбы делает. А мне вообще нельзя долго атаки наносить. Ну, стоять на месте. Опа. Блин. Как тебе такое? Кстати, вот это хороший удар, наверное, против него, вы знаете? Он же бегает вокруг меня. А, блин, меня можно сбить с ног, оказывается, когда я такую штуку делаю. Я думал, я вообще не восприимчу к контролю. Ну, все. Катана. Хорошее, очень интересное оружие у него. И интересная броня. Блин, единственное, конечно, да, он набил мне рожу-то. Сложно с миличником, с таким тоже мили-оружием драться. Довольно-таки, потому что, я говорю, он постоянно пытается вас задеть и очень быстрый он, быстрее, чем я. Рывки всякие. Ну, опять, кстати, костюмчик. И бомбы, которые мне уже не лезут, да? Деньги правят миром. Одна атака за каждые 20 монет в наличии. Максимально 10 атаки. Представляете, можно, получается, получить. За 20 монеточек. Это, получается, мне надо накопить для максимального. Это 200. Ну, у меня как раз так и получается. Минус 5 атаки. 8 защиты минус. 8 скорости. Мы не будем брать. Будем помедленнее, но зато вот для этого оружия это идеально. Просто быть медленным, но плотным.
чем быть быстрым и быть худым, потому что ну ты очень слабо бьешь, не получается нормально. Тем более атаку режем, не хочется мне. Там сзади нее ничего больше не лежит, ничего, да, погнали. Много хп потратили. Ладно, погнали. Следующая карта. Да, нам, смотрите, два босса новых попалось. Вот два самурая. Интересно, что будет дальше. Будет ласт в конце, другой или тот же. О! Я освобожу тебя, великий воин. Вот так, правильно, гаси их всех. Мочи козлов. А я помогу. Помогу собрать фрукты. Как он их раскидывает божественно. Я зайду с этой стороны. Заколбасим его, братюня. Молодец, хороший удар. Как мы с тобой справились, а? Как справились? Эта область теперь чиста от демонов. Я должен найти оставшуюся часть от моего отряда. Удачи, ступай с Богом. Да, он всегда со мной. Мог бы мясо хотя бы дать. Виоленова. В дорогу. О, мне тут дали мясо. Тогда предъявлять ничего не буду. Ладно, так лучше быть. Так, это что за зелье? Неизвестное опять зелье. Давайте, давно мы, кстати, уже никакого зелья не видели. Ага, нам денежки дают. А, во. Сейчас пройдет это все. Прожмем слизнюка и пойдем дальше. Много денег у нас. 200 монет. Учти, что еще предметом дает атаку на 10 очков. Вообще сейчас очень сильно хорошо затарены атакой. Спасибо. Прожимаем. Берем и погнали. О, глаза опасно, опасно. Глаза опасно. Что ты меня ударить успел? Как у меня, как ты меня умудряешься ударить? Говно, я ж тебе супер-мега ударами бью. Так, ладно. Ну, что мяско собрали. Тоже неплохо. О, черный рыцарь. Я начали с мелочью с этой я разберусь. Не хочу, чтобы они мне мешались. Особенно вот этот вот хрен. Гребаный маг. О, там опасный мужик. Ой-ой-ой-ой. Воу-воу-воу-воу. Надо этого козла убить. Так, одного убили. Сурово тоже. Фу, напряженочка. Скинем.
Минус 3 защиты. Скорость передвижения зато типа дали. Да нафиг не ваша скорость, я так хотел защиты много. Так, давайте поедим чего-нибудь. Ну, чего мы можем поесть? Съедим одну курицу, наверное, и вот яблоки есть. Оп-оп-оп-оп-оп! Да блин! Отпился, тварь! Смотрите, сколько зелья опять. Это прям хорошо. Правда, мы хп потратили очень много. Так, давайте посмотрим. Лишь бы не отрава. Максимум хп плюс 15. Отлично. А здесь сумасшедший. Тоже хорошее зелье. Так, мне надо тут аккуратнее быть. Давайте прожмем сразу. Надо было пользоваться моментом, пока его током било. Мы его быстро завалили. Во-во-во. Вот сейчас вот. Хороший момент. Так, все кукокошили. Ну, молодцы, узнаете. Справляемся. Но меч не очень, честно скажу. Дамага мало пока. Довольно-таки, ну, не сильный урон. 47 это мало. Сколько у нас там атаки? 53 атаки. Но я не думаю, что... Нам этого хватит. Но мы будем долго босса ковырять с такой атакой, конечно. Ой, зачем ты подошел-то? Два! Два, реально? Вот тот-то еще куда не шло с мечом. А вот этот вот уже вообще мега опасный. Надо его первым выхлёстывать. Так, нам дали 5-2 духа. Какой раз мы уже его находим, да, и ни разу не собираем его хотя бы до второго уровня. У нас все время он первого уровня, и мы даже не видели форму второго уровня его. Так, едим все это. Что это такое? Плюс 30. Вообще, кстати, очень хорошая вещь. Смотрите, плюс 30 хп, плюс 6 атаки, плюс 3 скорости. Вообще отличный предмет.
броня оверлорда. Ну, прям как для нас. Копье и лук еще дает зачарован. Еще дает 10 крита, минус 10 кд и плюс зачарование атаки на 6. Ну, 6 атаки 7 дает. Давайте оденем оверлорда. Будем немножко поскорее, и у нас при этом будет... Все основные статы в основном будут повыше. Возьмем чучело. Что нам было еще не взять? Что у нас там получается? Только КД, да, выше на 8%. Ну ладно, ничего страшного. Хотя для этого, может быть, это и критично, как бы. Но хотя я не думаю, что уж сильно критично. Для этого типа оружия. 8%. Я похож на какого-то персонажа с какого-нибудь корейского MMORPG, по-моему. Блин. Вот надо так вот делать. Хопа. А, зачем ты это пошел? Собаки надо быстро ломать. Все, собаки нам убили. Теперь поспокойней. Так, яблоки уже не лезут, что ли? А, у меня места просто тупо нет. У нас яблоки-то бы лезли, места нет. Так, смотрите, у нас есть зелье, зелье, зелье. Что бы тогда выкинуть, чтобы зелье можно было бы взять? Потому что... как мы будем с вами таскать что-то еще потом? У нас три зелья. Они могут все быть на ХП, а могут и не быть. Так, я же... А, я не взял, да, я думал. Я же взял, думаю. А, так у нас тут есть, да. Слабое... Это на ХП 100%. По-моему, лук вообще... О, ничего себе. Лук святого астралиста. Он что делает? Вау, 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 вау. Ну, вот так-то круто выглядит. Да, интересно просто, насколько это круто. Давайте проверим. У нее дамаг повыше. Бананчик. Так, может бомбу выкинуть? Потому что, ну как, без яблок-то мы точно ходить не будем. Надо полностью на ХП собираться. Так, давайте смотреть. У меня же там броня, как бы, она вроде, по-моему, как раз на луки, да, дает дополнительные. Да, на лук, смотрите, а нет, атрибуты копье и лук, а да. Плюс 10 к криту и КД минус 10%. По-моему, очень хорошо, хорошая замена этому оружию. Знать бы еще куда зайти, а. Было бы вообще шикарно. Ну давайте вниз. Скрестим пальцы и понадеемся. Не, нифига не так. Нифига не туда. По полтиннику, но в принципе неплохо мы наносим. Смотрите, она чисто врага, во врага бьет. Чисто во врага. Фу-фу, так это круто вообще. Тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой, все три прилетели, блин, ну какого? Тварь. Так, курица уже не лезет, отлично. Скушаем тогда, бананчик. Так, извиняюсь. Давайте посмотрим, что это за пойло. Зелье с неизвестным эффектом. Так, заморожено, отморожено. Отражено, отлично.
О, торгаш. Не, мы можем немножко потратиться. У нас получается 10 очков. О, 10... По 20 золота за каждое очко. Максимально 10 стаков, да, получается, нам только 200 не надо тратить, 85 у нас свободно можем потратить. Для, ну, чтобы не боясь понизить нашу силу. Давайте быстренько потратим что-нибудь. Может, он нам что-нибудь хорошее даст. Ну, так себе. Давай еще на 30. 3 покупки у него сделаем. Вау, это что такое? О, интересненько. О! Призови его для помощи в бою. Ура! У нас первый раз, ребята, первый раз. Ура, мы собрали этого чувака. Давайте, короче, нет, я возьму вот это лучше. Мне прям понравилось, что она бьет именно в цель. Это очень круто, считайте, атака бьет чисто в противника. По-моему, это сверхкруто. 195, ну, я думаю, доберем мы эти 5 монеточек. Уха, пробежали. Где яблоки? И бананов чуть-чуть. Хоп-хоп. Все, уходим. Опа. Ну, только единственное, да, конечно, мы... Опа. Ну, что-то все, короче, сагрились. Ну, что, с ума посходили? Чего все подлетели-то? Ух ты, ё-моё, не получилось его обхитрить. Ладно, брони много, смотрите, как меня они не сильно дамажат. Блин. Идите нахрен. Черт. Фига себе, надамажили. Накидали, кстати, мне. Ху-ху-ху. Смотрю везде. Хорошо. Посмотрите, как стреляет. Не, лук шикарен, конечно. Просто сейчас ситуация была реально жесткая. Прям очень жесткая. Мы, считайте, заходим, да, и на нас что-то со всех сторон полетело. Что это? Да и это что такое? Атака иногда наносит эффект яда. Отлично, это тоже хорошо. Дополнительные эффекты всегда хорошо. Яблочко. Так, а это что? 25 плюс 1 атака. Плюс 4 защиты. Прям вообще конкретного. Посмотрите. Ну, долго откатывается. Я, правда, не знаю, сколько там он мощнее. Тоже, знаете, думаешь, почему бы не взять? Не, ну я все-таки с луком похожу. Лук мне прям понравился. Давайте наверх, наверное, зайдем. В этот раз. Пойдем в этот раз наверх. Правильно зашли мы? Ну да, сейчас. Ой, волк. Заяц! Волк! Отходим. Они больные. Нас надо галоперидолом подколоть. Ой. По 50, кстати. Отлично вообще. Хорошее оружие, интересно. Вот этот самонаводящийся выстрел, это прям вообще круто. Так, это мы пока брать не будем. 360 здоровья. Мы довольно-таки много накопили. Мне нравится то, что мы, получается, еще за счет того, что постреляем по врагам, мы тоже ускоряемся. У нас скорость вообще дикая. Отойдем.
Что такое? Двинуться не можешь, слабак. Так, ну вот вас пойдем направо. Там больше мы уже ничего не забыли, там курица вроде была. У нас совсем чуть-чуть хп не хватает. Не знаю, есть ли смысл ее есть для повышения хп. Ну давайте, давайте сюда зайдем. Раз мы уже здесь. О, опять. А вот раз, смотрите, он прям пошел атаковать такой. Да, я пойду атакую. Ты там атакуешь или просто стоишь, в носу ковыряешь? А смотрите, он прям реально пытается моего духа ударить. И, по-моему, у него, кстати, получается. Он что-то... Какой-то урон все-таки он ему наносил. Восемьдесят. Пиу! Напоследок, нет, напоследок. Пиу! Шикарно. Так, у нас фул, и не хватает одного яблочка. И еще немножечко бананчиков. Бананчиков нам бы. Здесь есть кто? Наверняка кто-то да есть. А почему эта дверь не открылась? Мы же не из нее пришли. Странно. Она открывала ворота. Сейчас босс будет. Мы уже слишком долго гуляли. Да. Босс. Проклятый защитник. Кошмарный защитник. Кошмарный, держи. Знаете, огромный плюс то, что он получается агрит. На себя. Вау. Мне только стоять, правда, нельзя. Да, много убивает. Ох ты, тварь. Так, мы его убили. Ну, он нормально нас потрепал-то, посмотрите. Но нам сейчас там тоже еды надают, в принципе. Там сейчас мой чувак будет, скажет, удачи, давай, иди. И даст нам еды. Я все равно пока здесь всех не разберу, все эти кувшины. Не уйду. 9 яблок. Потому что хп надо восстанавливать. Так, нам дают... Ой, сколько нам всего надавали. Ну, во-первых, яблоки. Давайте сразу их есть. Так, это что такое? Это замораживает, да? Регулярно... Высасывает все тепло из комнаты. Ну да, вокруг вас будет просто кружить вьюга. Здесь плюс 3 атаки, к этому копью минус 6 защиты и минус 15 хп. Что же она делает? А, просто делается сатанинской просто какой-то. Но я уверен, что это очень большой, наверное, урон будет пролетать, если мы под этим вот делом. Под этим зарядом копья будем бить. Давайте посмотрим, что там в описании написано. Оно просто обиделось. Копье, злое копье. Оно типа не просто злое, оно просто обиделось. Вот так вот, ребята. Люди, они не просто злые, они просто обиделись.
Только непонятно пока на что. На что-то обиделись уж точно. Сильное зелье, кстати. Оно даст нам хпшечку еще. Давайте посмотрим, что мы можем съесть. Ну давайте вначале сходим, наверное, к тому чуваку. Он нам что-нибудь додаст. Поесть. Ты же нам дашь что-то поесть? Давай нам что-нибудь поесть, и мы пойдем. Так, давай уже, давай. Еды. Немножко бананов. Немножко яблок. Ну, вроде как, вот все, что мы могли с него взять, все взяли. Давайте съедим пару бананов. Съедим пару яблок и погнали. Лицом к лицу опять новая драка. Смотрите, он по-другому выглядит, да? У него другая броня вроде. Но разговоры те же. Разговоры, разговоры и еще раз разговоры. Вроде все то же самое, ничего не поменялось. А, мне надо рядом находиться. Теперь я понял всю силу. Воу, воу, воу. Ха-ха-ха, индюс, индейц. Воу, воу, а такого не было. У другого типа-то такого не было. Воу, воу, воу. Он опасный, опасный. Ой-ой-ой-ушки. Вау! Это жудосила такая у тебя, лютая. Да-да-да, мы помним тебя. Ты был очень злостный. Злостный человека-ненавистник. Воу-воу. Да, милишникам было им против него попроще драться. Отойти, что ли? Воу, 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 ты что творишь-то, тварь? Творишь, тварь, тварьское какое-то. Так, восстанавливаем 50 хп.
Убили? Ха-ха-ха! Ну да, тут слишком много предметов. Плюс ко всему, вот эта супер-мега-бьюлка, она тоже надамажила нормально. А так-то довольно непросто стать. Милишником проще с ним биться. В упор заходишь и долбишь. А лучника, может быть, тоже можно было в упор заходить и долбить так-то. Он же тоже, ему без разницы, с какой позиции стрелять. Я все время пытался на расстоянии держаться. А на расстоянии он все время кружит, он все время за тобой следит. А когда ты в нем находишься, он не успевает. Иногда бывает, можно быстро увернуться. То есть через него же можно проходить, внутри него можно ходить. Это огромный минус этого босса, ну, в плане как слабость его. А так-то, конечно, давайте посмотрим, что последнее зелье было. Восстановление 80% хп. А, причем сразу же восстановление 80% хп. Не постепенно, а сразу. Я хочу посидеть на этом троне. Дайте посидеть. Ну что, мы молодцы, молодцы, опять справились. Ну, значит, теперь ясно, да, у нас получается, повторяться все будет, циклично. Есть смысл уйти на героический режим, посмотреть игру там. Ну, я думаю, там просто будет, там будет все то же самое, только жестче. Ах, ты только что победил мою лучшую марионетку. Что ты ищешь, охотник? Я ищу силу. Великую силу, сокровище или что-нибудь еще? Да, я ищу деньги на ипотеку. Но я дам тебе больше, я дам тебе силу. Неважно, ты получишь все. Потому что ты моя новая марионетка. Это же лук бросил, ну и слава богу. Всегда хотел ей быть марионеткой. Супер-мега картинка, ну вообще круто все выглядит. В очередной раз мы прошли, ну я думаю, что надо действительно идти на героек, потому что, ну как видите, мы уже проходим, это обычный стандартный уровень. Надо сейчас попробовать на героическом режиме нормально протопать. Так, что там у нас? Обещали берсерка. Давайте, кстати, возьмем. Берсерк — хорошая вещь. Я бы был бы не против. Плюс ко всему, я бы взял, наверное, вот это. Может быть, отхил, может быть, нет. Ту-ту-ту-ту-ту. Вот это, может быть, взять, потому что это будет, по-моему, от еда. Ну, от еда больше восстанавливает. Я бы вот это взял, наверное. 128 еще осталось. Давайте подумаем, что еще мы можем купить за эти деньги. Ну, как раз ровно. ХП. 140. Бег. Тоже 128. Скорость. 148. Ну, остальное уже ничего не возьмем. Давайте возьмем тогда вот это. Бег. Это 118, да? После каждой жертвы некоторые накопленные демонические души сохраняются. Жертвоприношение душ для улучшения силы. Следующий уровень, продолжительность плюс 20. Что это значит? Это, наверное, вот как раз про нашу жертвенность. То, что мы жертвуем, да, получается остается. У меня десятка сейчас остается постоянно, ну, на постоянстве. Остается 10 очков. А вот это я вообще не понимаю. После каждой жертвы некоторые накопленные демонические души сохраняются. Следующий уровень плюс 12. То есть в два раза они увеличивают, да? Непонятно вообще, что это. Но я возьму скорость. Получилось круто, ребят. Я не знаю, мне понравилось, как всегда. Было реально весело и интересно посмотреть. Убедиться в том, что... Новое оружие, кстати, посмотрели, да? Убедиться в том, что босс такой же, какой был. Ого, меч крутой. Трах. Шандарах. Смотрите, сразу 14 атаки у него. 14. На 14 больше, чем стандартное оружие. Это просто лютый какой-то дэмэдж. Сколько там атака? 30 атаки в самом начале. Очень круто. Я думаю, что в следующий раз, говорю, мы пойдем, наверное, на героическом режиме, все-таки попробуем. Много камней, смотрите, сколько у еды, прям вообще столько всего навалило, навалило, прям хоть прям сейчас проходи героический режим. Прям сейчас, наверное, я на него переключусь. На кошмарный режим, на этот. И мы уже в следующий раз пойдем, наверное, попробуем кошмарный режим. Если, конечно, вам эта игра еще не надоела, но, думаю, она довольно-таки любопытная. Вот, а сейчас не забывайте ставить, комментировать, делиться и подписываться, а также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав, всем спасибо за внимание, вас всех крепко обнимаю, хорошего вам настроения и прекрасных, мощных и сильных побед. Всем пока!